Доброго времени суток, друзья! С вами Хейтонавтер. В последнее время меня часто спрашивают, что я думаю по поводу нового режима грядущего в Armored Warfare проект Армата. И сегодня в этом видео я вам расскажу, что же я об этом режиме думаю. Ведь всем очень важно знать. Вообще режим, надо сказать, не очень пока оригинальный режим, потому что, ну, что-то похожее есть в War Thunder. Вот что-то немножко взяли оттуда, немножко из картошки. Но, как бы, разработчик Mail.ru и Obsidian, они постарались они постарались и смогли сделать новую игру, новый режим, который просто реанимирует Армату. Армата теперь это новая игра, вообще разработчики смогли. Режим офигенный. Я жду не дождусь, когда он выйдет. Как вы понимаете, я ездил в офис к разработчику на презентацию этого режима, на первый показ. Я там еще пару человек, вы все знаете. Вот, и я там, мне подарили клавиатуру, мышку, еще какую-то хрень, потому что я их выиграл в офисе у Mail.ru, вот, в неравном бою там с другими людьми. Ну так вот, значит, в режиме я, к сожалению, не поснимал там на телефон, не до этого мне было, я выиграл мышку. Вот, но, как бы, там можно ездить на танки, стрелять в доты, друг в друга можно стрелять, там бомбардировщик есть, беспилотник есть. Вот, вообще, режим вообще годнота. Я жду не дождусь, когда он выйдет на основной сервак, потому что он сразу затмит Warface в Mail.ru, сразу Армата станет игрой номер один. И мы однозначно Armored Warfare отдуплит World of Tanks, заткнет его за пояс и вообще напихает там War Thunder. War Thunder вообще, что за... вообще не игра. Это не та игра, на которой можно набрать подписчиков. Игра вообще, я вот... Без 10 тысяч лайков даже как бы и записывать-то ее не хочу, и стримить там, и, ну, просто, понимаете, деньги нужны, чтобы вам кодики покупать. Кстати, кодики, вот, кодики купил, задонатил свои кровные 5000 рублей, кодики буду разыгрывать. Вот, поэтому режим офигенный, все вообще классно, мне все понравилось. У меня шишка стояла больше, чем когда я тортики ел на полу. Когда этот режим увидел, режим вот такой вот режим, поэтому в ближайшее время ждите от меня 10 роликов по новому режиму в Armored Warfare и 2,5 стрима, не знаю, что-то они там ошиблись, наверное. Ну так вот, и чтобы не пропустить, обязательно ставьте лайки, обязательно делитесь этим видео с друзьями и обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. В общем, на этом все. Спасибо за внимание. До новых встреч, друзья. Что он там, блядь, в конце говорит?